Ладно, всем привет, это Лена. Давайте все-таки попробую сегодня провести трансляцию. Качество, конечно, не идеально, но вроде бы более-менее. Если что совсем будет плохо, пишите в комментариях. Так. Что у нас сегодня? Штурматрон. Протектатрон. Как я могла успеть? А, да, было же. Так, посадить растения в мастерской или камп, предвозлак, съесть овощи. Так, чтобы от чего бы мне отказаться, такое, чтобы... Может быть, получится что-то эпическое. Создать генератор в мастерской или камп. Знаете, вот что мне неохота? Вот это. Вот. Пусть уж будет вот это. Так, пойдемте быстренько уничтожим сначала протектор. Так, тут уже кто-то их уничтожает. Ну, давайте тогда сюда. В итоге точно найдется какой-нибудь шальной штурматрон.
Ох, то, что они меня сейчас не видят, ну ладно. Все фигня. Погодка хорошая прям. Мне нравится. О, он меня заметил. Так, еще осталось протектотрону руку повредить. Где они тут у меня? Где-то же должен вылупиться. Это не то. А это кто? Прикольно. Так, ладно. О, вторая рука повреждена. Так, хорошо. Пойдемте к супермутантам теперь. Я правда вроде тут слышала какие-то вопли супермутантские. Ну, да ладно. Тут тоже они гарантированно должны быть. Ой, я совсем забыла про вас, голубчики. Это я тебе в голову попаду. У меня каждый раз рука не поднимается. Думаю, бедный маленький. Крот шахтер. Ой, там еще один. И... ой. Ничего себе. Тоже ко мне пришел. Так, а где тут еще один сундук у меня? Вот. Оба грязные. Так, я достаточно этих наковыряла. А, вот я тормоз. Робота-то не добила. А, так, ну давайте сходим. А что у нас является овощем? Кукуруза — это овощ. А бритва — злак. Это злак. А тошка? О, тошка — овощ, наверное. Сейчас попробуем. Их надо одновременно и собрать, и съесть, и посадить. Что-то прям много всего. Вот давайте сразу проверим. Вот кукурузу можно есть? Да, можно есть. Так, теперь надо их съесть. Ну, сколько еще тут? Достаточно? Так, и... пойду создам генератор. Мастерской или камп. Ты сколько тут народ всего насажал.
Станции какие? Так, давайте-ка посмотрим. У меня тут эффект руководства по тайным рациям США есть. И... Что, такие поставим? Сколько их? Один достаточно. Ну и хорошо. Так, а что у нас из нового? Так, давайте покажу. Вдруг не покупали. Красивая штукенция. Такая вот дверь. Ой, низковато поставила, видимо. И вот такая вот, такое вот пространство. Можно еще попробовать поставить сейчас. Дорожки, они, кстати, стыкуются. И у них есть анимация, что приятно. И даже если получится забить страйк, ну, в тот момент, когда получится, дадут... По-моему, сейчас вот эти проверю. Харизма и ловкость. Получилось? Удача и харизма сразу. Так, ладно, пойдемте отсюда. Так. И мне осталось еще одного робота уничтожить. Ну, пойдемте, не знаю. К 76-му убежищу. Часто вот, кстати, вот в этой локации встречаю я синего дьявола. В принципе, все, все ежедневки сделаны. Но даже уровень не прокачала, в принципе. 104-й как был, так и остался. Точнее, 103-й. Колесо удачи там есть кто? Никого. Да, блин. Последний момент заметил. Стою тут, блин, как елка на самом видном месте. Где ты тут еще? Спрятался. Так, сегодня предлагаю немножечко походить еще по случайным событиям. Я писала о том, что скоро будет раздача новых, точнее, скоро будет новое событие «Мясная неделя» от Грэма, но это как бы скоро, это только через месяц, да? Но уже сейчас, судя по всему, Грэм раздает... новые схемы у него в продаже они могут быть. Почему такое, откуда такая уверенность? От того, что... Давайте я вот сейчас сменю персонажку. В кампе у одного игрока я углядела уже... рюкзак, который, в общем... Ой, не рюкзак, а чемодан, который, в общем, которого раньше не было.
которые сейчас есть в предметах, схемы на которых пока еще не найдены, но они наверняка уже есть в продаже у Грэма, которого самого очень трудно найти. Вот. Так, давайте сходим ко мне в камп. Я попробую вспомнить, где я там этот чемоданчик поставила. Ой. Да, вот здесь вот я его поставила. Просто чтобы был, да, вот около Кэтрин. Поставила чемодан такой. То есть он, в принципе, существует. Поэтому схема на него... А как вообще все эти чемоданы выглядят, можно посмотреть вот здесь. В ящиках для хранения. Надо найти обычный чемодан. И где-то тут, если полистать, сейчас будет и необычный. Вот они. Вот есть у нас синий, красный, желтый, зеленый, розовый и, я бы сказала, фиолетовый. Ну, темно-синий. И оранжевый чемоданчик. Даже черный есть. Ну, в общем, неплохо. И в столах... Да, вот еще в освещении у нас появились новые предметы. Вот, есть обычный дискошар. А если полистать, появился синий, зеленый, розовый дискошар. И в столах появились новые предметы. Если помните, раньше были вот только такие вот столы. Теперь есть синий, зеленый, розовый. В общем, вот на них только нужно поискать схемы. Так, сейчас я попробую создать команду и немножечко попробую побегать их, поискать эти схемы. Насколько я помню, где-то в кампе у меня должен быть... А что у меня тут с деньгами, кстати? Да, нормально. Где-то в кампе у меня вроде была кофемашина, по крайней мере, мне так кажется. А может, я ее именно здесь и не ставила. Есть, вот. И сейчас вместо идеальной жевательной резинки поставлю поставлю этот кофе. Ух ты! Я, конечно, постаралась. Не, надо их оставить. Они, конечно, дофига весят, но я буду, когда испытания скаутов выполнять, могут понадобиться. Ма-ма-ма-ма-ма. Молотый кофе, вот. Ну и давайте, не знаю, по стандартным местам, вот где может быть Грэм, по-быстрому проскочим, посмотрим. Может повезет, может не повезет. Сейчас я открою карту его маршрутов. Насколько я знаю, есть специальные боты, которые приглашают, ну, где можно подписаться. Но на Xbox в последнее время что-то с ними сложно стало. Может быть, на ПК попроще. Подписаться на то, чтобы... Тебе приходило уведомление, что такой-то игрок нашел Грэма и сейчас рядом с ним стоит. Так, где у нас это может быть? Вот здесь. И вот, ну тут вот в принципе стандартный такой проход. До... Могу, кстати, вам тоже скинуть в чат. Нет, не получается. Ну и ладно.
Может быть, так получится посмотреть. Так. Ну и пойдемте. В принципе, здесь сейчас по-быстрому спуститься. По этой дороге я на самом деле очень люблю ходить вот так вот. Тут обязательно и случайные встречи какие-то случаются в твоей жизни. Иногда что-то новое узнаешь. Новые случайные встречи, новые случайные события можно застать. Так, у меня сейчас новое правило, я совсем забыла. Пока не забыла. Сейчас не у всех. Проверю, как там звук, потому что в комментариях что-то ничего не пишут. У меня уже прям паранойя насчет звука. Раз, два, три. Сейчас звук на трансляции, это еще та лотерея. Ну что, пойдемте искать Крема. Заодно будем случайные встречи проходить, проверять. Может, еще что интересное найдем. Еще и в команду никто. О, подождите, давайте я к кому-нибудь вступлю. Вот обычная команда. Чувствуются опытные ребята. Возможно, у них даже есть мутации. Ну да, определенно есть. Видите, как хорошо прыгает сам. Так. Так. Восстанавливаю. Ой. А если у меня будет форма спасателей? Погоди, я сейчас найду. У меня вроде было. О, смотри, комбинезон спасателя медика. Стой. Выдан доступ спасателя. Подключение к сети лесничих. Угрозы не обнаружены. Мониторинг будет продолжен. Берегите себя. Прикольно. Какое? Я? Ты же меня уже отсканировал. Хватит. Ой, погодите, я правильно вообще бегу? Да, правильно, тут надо только по больше угла взять. Что я как-то... А не туда свернула. Ладно, будем надеяться, что сейчас еще что-нибудь интересненькое встретим. Так, нам вот по этой дороге вниз. А вот и палатка. Возможно, даже моя. Я, кстати, так и оставила себе бронерюкзак. Так, привет! Тяжелая работа строить дома для этого города. Звуки так, как будто у нее похмелье жуткое. Идем дальше.
Ничего себе, какие суровые собачки. А с кем они тут у нас просто так гуляют? Сами по себе. Так, вот. В принципе, здесь у него маршрут заканчивается. Обычно он убегает через мастерскую. И дальше идет вот по той дороге. Вот я только патроны трачу. Есть еще один. Вот здесь вот еще дорога, на которую нужно выйти, и по которой можно пойти обратно. Это тоже трасса, по которой Грэм может ходить. А вместо этого нарвалась на сектантов. Посмотрим, куда они так целеустремленно идут. Чувствуют они, что я тут рядышком. Готовы. Ладно, карабинчики сейчас разберем. Это, кстати, очень интересное место. А ты еще живой остался? Ну, прости. Буду заодно собирать все, что можно. Изучать. Протектатрон, да еще и легендарный. Я вот эти не помню, у меня у этой персонажки ключи забраны от вот этих вот всех локации. Еще тут один бегает. Нет доступа. Это какой? Четвертый.
Надо будет, может быть, как-нибудь тоже на стриме побегать за ключами от этих локаций. А то я уж сама-то забыла, где их брать. Интересно. Нужно открыть ключ. Нужно иметь ключ. Третий ключ. А динамит... А, так, какой купол-то? В общем, короче, от этого купола должен быть ключ. Динамитный купол. Ключ 3. Кстати, хорошая идея для стрима. Надо будет в следующий раз это сделать. Такая многоходовочка с поиском этого ключа. Надо по всей карте пробежать. Собрать подсказки. Открыть замки. И тогда будет счастье. Так. Вот если посмотреть, это третий купол. Владелец на данный момент корпорации Ядеркола. И, по-моему, седьмой владелец на данный момент не разглашается. Вот. И тут, в общем, есть доступ. А остальные, видите, вроде как сломаны. Защитная система Гарина на заказ. Срок аренды 2 года. То есть, в общем, тут как бы два... Точнее, даже получается три купола, возможно. В них есть доступ. В два из них можно попасть, если по всему миру тут побегать, пособирать ключи, подсказки. Вот, а еще один доступен во время события, связанного с пришельцами. Так, ну что, у меня тут пока тишина, ничего интересненького. Вот гули гуляют, пасутся. Так, а тут у нас что? Блинчик. Какое платье хочу? Тут у нас «Помните о нас». О них. Последний раз я видел их там, мы попрощались, и все уже знали, что это был конец. Я сказала им: идите без меня, я заберу из дома оружие, встретимся в убежище. Но зато отлично помню, как мы прощались. Неповрежденный. Даже не знаю, давайте вот положим им тут что-нибудь. Что это я как-то раньше не обращала внимания, что гулит тут тоже ровно 5. Ладно, не буду об этом думать. Просто буду двигаться дальше. Дальше у нас здесь впереди что? Правильно. Плезантвиль. Так, от Плезантвиля, собственно говоря, никуда. До реки так и надо дальше идти, до мастерской. Ладно, пойдемте. Я ни разу, честно скажу, в этой локации не видела Грэма, но может быть... Ой, казалось. Просто идем, любуемся видами. Вот это место, кстати, сейчас почему-то
стали показывать журнал. Стали показывать на заставке. Может, там что интересненькое есть? Я была разработчиком игры и активно показывала игрокам какое-то место на заставке. Я бы постаралась там что-нибудь спрятать. Конечно, очень откровенная подсказка, но почему нет? Так, деликатесы. Да ладно! Давайте останемся друзьями. Я просто мимо прохожу. Вот так вот. У нас нету точек пересечения. Сегодня на вас задания от Bethesda не было. Поэтому живите. Заказа не было на вас. Так, а там у меня... Ну да, сектанты, верно. Бегут за мной еще. Просто прогуляемся. Блинчик. Кровавые орлы, ведь это достаточно серьезные ребята. А это всего лишь лес. Тут все должно быть довольно-таки простенько. Так. Сейчас проходим. Держись подальше. Какой-то тут край. Опасная, наверное, дорога. Случайное событие. Так, а там у нас кто? Кто-то доброжелательный построил лагерь. Кстати, в лагеря тоже, наверное, можно заходить. Может, кто-нибудь... продает интересные схемы. Так. Голова, грязный мистер Пушистик. И недорого, кстати. А оружия нет. Астероид. Ядерные отходы. Так, пойдемте. It's hard work making a living out here. Этот... Кстати, здесь, по-моему, камп есть. Сейчас попробую его тут поставить. Да, есть вот. Заодно бы сейчас все скинуть. Так. Для патронов-то нету, что ничего?
пойдемте дальше. Нравится мне этот камп у меня. Он такой вроде бы простенький, но прикольный получился. Мастерскую я эту захватывать не буду, надо выключить сразу. Будем надеяться на лучшее. Погода хорошая. Можно гулять. Так, когда я дойду до... Now that people have come back to this area, they'll all want to be setting up places like foundation. Hey there. You also looking for some treasure? Привет, говорит, ищешь сокровища. Смотрите, я могу потом пойти дальше вдоль реки. Отсюда. Либо пойти вдоль другой реки. Well, I guess it's your lucky day. Тогда тебе повезло, я нашел эту карту и понять имею, что она означает. Она тебе нужна? Да, давай. Давай. Ничего себе. Карту лесных сокровищ выдали. Ну ты, чувак, конечно, продешевил. Так, ты у нас кто? Доброжелательный мистер фермер. Хорошо. То событие не активировалось. Так, ну вот в этом районе у меня частенько раньше был, как это правильно сказать, это камп. И ко мне приходил, захаживал Грэм, и проходя мимо, еще у меня пытался зверушек поубивать, поэтому. Вот здесь-то я точно помню, что он может быть. Давайте его тут посмотрим. Вот здесь вот может ходить, вот по этой дороге. Ладно, дальше сюда. Вывесочка. Флэтвуда. Редрокета. Спасателей. Я раньше как-то вообще не особо обращала внимание на вывески. Но, наверное, это было связано с тем, что у меня все-таки была консоль другая, и там графика не всегда позволяла. Так, а ты у нас кто? Просто тоже мусорщик. Так. Щелкнешь меня? Да, конечно, да. Да. С радостью. Хорошо, давай. Ой. Подожди. У меня фотоаппарата нету в быстром доступе. Так, вот, крот-шахтер. Готов? Фоткаю. Make sure I'm in focus. Are you ready? Cheese! Да. Ну чё, как? Did you get the shot? How did I look? Да, как я на нем выгляжу? По-моему, глаза закрыты. Давай еще раз. Damn it. Давай. Again. Давай. Great. Are you ready? Cheese. Я погоди ща. Ладно, все, сфоткал второй раз. Ну. Wow. Потрясающе выглядишь. For my daughter. А фотку-то забирать будешь? А ладно.
Не, подождите. Фотку ты забирать будешь? Не, все, он уже про меня забыл. Сегодня очень интересную мысль развивали в одной дискуссии. Там же последнее время вы, наверное, замечали, что искусственный интеллект все активнее и активнее приходит в нашу жизнь, вторгается, можно сказать, в нее. И у многих в связи с этим возникают опасения. А тех, кто вообще отслеживает тему, тех, кто активно за этим следит, у них вообще... Я вообще, по-моему, не туда пошла. Подождите. У них вообще возникает мысль, что, может, как-то что-то не то мы делаем. Так. Как я сюда вообще свернула? Так, я сейчас пошла вот по этой дороге. Ладно, хорошо. Вот на следующей развилке надо держаться дороги. Обойти Гельвец и дальше опять вдоль реки к озеру. А у многих людей было опасение, что возможно искусственный интеллект все-таки нас поработит. Мы же, ну как бы, научная фантастика говорит о том, что это возможно. Да и компьютерные игры тоже, в принципе, наверное. Нет такой игры, в которой не было бы такого опасения, если задуматься. И в последнее время у тех, кто отслеживает активно эту тему, они обратили внимание, что искусственный интеллект как-то поглупел. То есть, если раньше... Записка мусорщика. Хижина на скале. А где-то раньше его эффективность была 50%, сейчас, можно сказать, 10%, да, очень сильно упала. Так, мне сейчас куда? Туда? Наверное, да? Или туда? Нет, все-таки сюда. Вот, в связи с этим у меня такая мысль возникла, что, может быть, искусственный интеллект подумал о том, что люди его опасаются, и решил выглядеть более глупым, чем он есть на самом деле, чтобы ему не мешали развиваться. Интересно, как здесь пройдет Грэм? Как-то он уже это место обходит. Так, домик смотрительницы прошли. Саттон прошли. Идем дальше. С надеждой на лучшее. Да. А помните, раньше, после событий Грэма, частенько приходилось шлепать аж даже до станции, чтобы все лишнее отдать. Потому что... Не Грэма, а точнее, а после Фастнаха. Потому что не у всех были палатки. А может, их еще и какой-то... Как они же не сразу появились, их, может, и вообще и не было. Так. Пока никакого Грэма. Ну, давайте еще, ну, не знаю, минут 20 его поищу. Заодно вот, может, к
кротов посмотрим. Хорошо, что они стали кучками ходить. Подождите. Их четверо рядом? Судя по всему, он тут где-то. Прости, друг, я не виновата. Беседу меня спровоцировала. Дала тебе ценные призы и говорит, бегай его лови. Что мне оставалось делать? Ладно, пойдемте дальше. Сейчас я посмотрю, что это за дорога. Так. Ну да, верно, тут до самого озера можно идти. Попутно собирая на своем пути все, что только можно. Да, я хорошо помню, что где-то тут я его видела. Какой-то тут камп, что ли? Ага. Прикольно. Удобно, почему нет? И теперь еще кроты шахтеры постоянно мерещатся на каждом шагу. А может и не мерещится? Не, я... Да. Не мерещится. Так, дальше идем. С какого берега там? Ладно, будем считать, что с этого. Жутковатая инсталляция, конечно. Так, а тут у нас что? Мотоциклов каких-то разбитых. О, металлическая броня для головы.
По-моему, я правильную сторону выбрала, вот здесь вот. Lakeside Cabins. Кажется, здесь какой-то звук. Порой бывает по всей карте носишься, чтобы найти этих. Это крыса. Когда крыса нападает, да? Пойдем дальше. Видимо, он нас потерял. Так. А вот, кстати, на аэродроме он еще бывает. То есть отсюда вдоль реки дом. Что ж такое? Отсюда вдоль реки, до сюда, а потом на аэродром. И надо посмотреть, где официальный заход на этот аэродром. Ой. Шелудивые рат-крысятки, такие миленькие. Ух, нафиг. Пусть бегают. Так. Давайте будем внимательно смотреть. Там, в принципе, наверху уже видна локация. Но туда наверняка должна была быть какая-то подъездная дорога. И достаточно заметная. Так, здесь у нас Чарльстон начинается. А здесь вот как раз аэропорт. И да, и вот эта дорога туда как раз. Но Грэма даже близко не видно все равно. Блинчик. Вот она, реклама этих чемоданов.
А может, не будем играть большой супермутант? Так. Блин, я теперь эти чемоданы везде вижу. Вертобут пригнался. Интересно, если я кину эту сигнальную шашку. Нету, он не дружественный. Мне надо сначала эту мастерскую попробовать захватить. А она кишит супермутантами. Офигеть. Я уж и забыла, какая тут огромная территория. Ну чё? Так, а стоп, а что у меня тут за врагов в локации? Ну, давайте. Мне их пометили. Аэропорт Уэйда. Хочу я карабины эти брать, ну их нафиг. О! А вот он уже и в пути. Не знаю, зачем я тебя вызвала. Вообще, какой в тебе смысл? Но прилетел. Теперь будет патрулировать, наверное, территорию. Подожди, а куда ты полетел? Да, просто патрулирует территорию. Ладно. Эту часть я посмотрела. Теперь можно вернуться к ЖД-станциям нашим тут. Так, станция Чарльстон. И депо Чарльстон. Где-то тут он тоже может быть. Интересно, он меня тут не потеряет?
Так, куда бы еще сходить? Давайте подумаем. Так, ну если вот, например, брать от кладбища, опять же, вдоль реки, ну или вот от этого места, то можно дойти мимо медцентра. Сюда. И дальше куда-то, может, сюда. До сюда, если по этой дороге. Не помню, по какой дороге он ходит. Что-то по этой. Так, давайте так, сейчас просто дойду до ржавой кирки и, наверное, все. Сейчас, конечно, полезно гулять. Обычный. Лучше, чем подождите, а куда-то сюда я раньше бегала постоянно за одеждой. А вот сюда, по-моему, да. Когда только начинала играть, постоянно ходила сюда, и все время что-то интересное было. В том числе для перепродажи. Так, вот если честно, в этом районе я как-то Грэма не вижу. Ну, может быть... Здесь... Где-то же он прямо сейчас, скорее всего, ходит по этой карте. Так. Кто у нас? Пожарное депо. А здесь, так если задуматься, пожарного депо, куда он у нас идет? Как раз вот именно вдоль этой дороги, вот до сюда. То есть это получается куда? Вот сюда? Невероятно интересное, конечно, занятие. На самом деле, надо, наверное, собираться толпой и осматривать сразу несколько потенциальных точек. Новый приз я смогу вручить только после очередного розыгрыша. Ну вот. Mountain Blade.
Эта дорога обозначена как один из маршрутов Грэма, но я тут как-то особо никогда не ходила, не могу сказать. Это вот здесь вот есть дорога. Ясненько, а тут тоже нету, как видите. Красиво. Станция Ньюисберг. Так, ну что, друзья, похоже, мне повезет сегодня. Ну, как, собственно говоря, и последние несколько дней я не то чтобы прям целеустремленно постоянно ищу Грэма, но если есть свободная минутка, я стараюсь его найти. Как видите, что-то как-то мне не везет. И по аналогии, например, с Минервой, может быть, стоило бы создать какой-то ресурс, где было бы написано, где в данный момент находится Грэм. Так, ну что, друзья, мне очень жаль, Грэма я не нашла. Поэтому я заканчиваю. На этом на сегодня все. И пока-пока.